Приветствую, дорогой товарищ на Роли Гейм Онлайн. Это Росси, и я предлагаю тебе подписаться на мой новый телеграм-канал, в котором будут освещаться новости по киноиндустрии и по видеоиграм. Добро пожаловать в семью и приятного просмотра. Ну что, ребята, продолжаем проходить Сталкер. Как обычно, у нас здесь погода не очень. Дождь, гром, молния. В общем, все по стандарту. Как я люблю. Итак, мы в прошлый раз остановились на том, что нам нужно встретиться с Серым и узнать о стрелке. Ага, лети. А передавать нам через... Точнее, идти нам через свалку. Так, проверим, что там. Что там? Контакты. Так, Сидорович, мы все скинули то, что нам не надо. В принципе... Я считаю, что мы относительно готовы. Поэтому отправляемся. Интересно, я когда-нибудь застану день. И нормальную погоду. Хотя это зона, это аномалии. В принципе, чему тут удивляться? Пойдем по дорожке. Точнее, побежим. Там мы все зачистили, так что без проблем пройдем. Не показалось, или там кто-то был? Казалось. Спасибо за комментарий, спасибо за подсказку. По твоему совету не буду я мучить этот артефакт. Стрелять, доставать. Если честно, на ютубе посмотрел там пару видео, ну точнее одно, там про скрытые всякие места, вот именно в этой локации. Но что-то, короче, мне, если честно, относительно мне впадло их доставать, там что-то надо было запрыгивать на грузовик, там какой-то глушитель можно было найти. Не знаю, зачем я это смотрел, все равно я не собирался это делать, потому что, ну как-то я не знаю. Ладно, когда кто-то подсказывает, а когда вот так вот в открытую смотреть, где на спидране на ускоренной скорости просто бегают и показывают все скрытые места, как-то ну не очень. Но я не отказываю от помощи, если ты что-то мне подскажешь, где что находится, я буду только рад. К примеру, пропустил ящик. Как я его лутал. Все, уже устал. Ладно, у нас нон-стопа много. Можно выпить. Так, я правильно иду? Свалка. Мне сейчас надо будет на свалку попасть. Вот, на свалку. А я где-то здесь. Ну, правильно, значит, иду. Так, проверим наше оружие. Блин, на автомате нету патронов. Это меня, конечно, немножко напрягает. Мне как бы, в принципе, автомат понравился. Ну, будет, как по мне, поярче, чем тот же пистолет. Тем более, с моим уровнем стрельбы, чем больше патронов и быстрее они летят, тем лучше. Так, еще раз проверю бандитов. Может, я что-то где-то не собрал. Это я ему скидывал пистолеты свои. Это бандит ходит. Армейский грузовик. Он с пистолетом, да? Ладно, давайте пока к грузовику пойдем. Угу. Понятно. Я хотел бы его обыскать, но... А, понятно, надо защиты, чтобы пройти. Начала меня съедать потихонечку радиация. Все, радиацию снял, консервы подкушал.
Смотри, падла, какая живучая, а. Надо мансить-ка в контре. Обратили внимание, как я? Вещи погибшего в аномалии. Это, наверное... Это, наверное, где-то здесь будет. Не отображается. Вот. Видел, как возле дорожного туннеля в лесу накрылся аномалий какой-то сталкер. Вроде шмотки неплохие были. Блин, ну... Нет, у меня защиты от аномалии, пока не пойду туда. Ну, в принципе, вход на свалку почти. Шабака-барабака была. Хвостик с нее заберем. Сталкер молодой. Бандитский схрон. Вот тут у нас. Где он? Я не вижу бандитского схрона. Может где-то тоже. Да, вот на этой локации сразу вот зайдем. Запас ящики. Начальник по рации передал отход. Я набрел на ящик, скинул у него лишний вес и отошел налегке. Сейчас зайдем, посмотрим. Так. Что у нас там? Бандиты. Двое. Трое. Понятно. Блять, ну, постреляю с автомата, конечно. Что же делать-то? Будет ближе подойдут. Трое идут, и один там, четверо. Точно. Нигде нет. В городе Ментышмана. Тут Салабон. Чушпаны! О, да их тут нормально. Все, патроны закончились, блядь. Быстро я, короче, отстрелял. Патрон, ХП мало. Сейчас я вам, блядь, зайду сбоку. По одному. Ага, понятно. Давай, сейчас я тебе дамки устрою. Блядь, далеко. Обалдеть. Дал сбой. Мой пестик. Есть. Один готов. Вот это, кстати, оружие мне подвело. Вот это мне не нравится. Хоть бы еще прошел. Ну, точнее, как бы он моросит, но не так уж отвлекает. Так, еще. Еще два вроде. Опять заклинил. Ты посмотри, зараза. Так, а я хочу попробовать вот это тогда пистолет. Полуавтоматический. Хотя он такой повеселее будет, как по мне. Кстати, у него автомат. Это хорошо. Так, аптечечку на всякий случай. Он так подкрался. Нормально. О, патроны на автомат и этот. Хорошо. Это то, что я не хотел покупать, кстати. Получше, гадюка. Скорострельница получше, точность поменьше. Ладно, давайте попробуем гадюкой попользоваться. Что, этот пистолет нахер выкину? У меня этот перевес небольшой. Батончик надо. Батона подхаваю. Все. Че так, осталось нам этим одного зарашить, да? Ох, ох и точность у него. Ох и точность. Так. Нос. Бля, какой я пистолет подобрал. Но скорострельность у него и вправду хорошая, ребят. Ничего здесь не скажешь. Скорострельность и правда. Так. Перевес.
это что? О, вот она, автомат, патроны. Пистолет скинуть. Не нужно. Не нужен он нам. Ваш этот интернет и пистолет. Выверт. Радиация, разрыв. Находится около аномальной воронки. Собираем все. Вот у этого автомат был. Скольки труп. Забрать все. Блять, я перегружен. Я дико перегружен. Просто дико. Так, давайте полазим здесь. Страшный звук какой-то был. Мне не понравился. Ну, залазим. Что тут у нас? А, ну, что-то есть. Так, давайте, наверное, может, кто-то здесь оставим. На обратном пути заберем. Хвостики вот эти, лапку. Патронов немного этих скинем. Хотя бы половину. Консерву давайте, колбаску, пару колбасок. Вот так, как-то так. Потому что перегруз, конечно, большой у меня. Журнал. Вот интересно. Личные заметки. Ничего интересного. Так, что тут, кстати, можно? Думаю, можно открыть. Ничего не ма. Пусто. Открывается. Да. Переходим на свалку. Блять, и сталкера завалили. Жаль. Думал, спасу его. Думал, я его спасу. Предложить свою помощь бесу. Ну, конечно, предложу. Не-не-не-не. Блять, 44 бинта. Вот это я, конечно, блять, подготовился. Так, давайте тогда сначала помощь бесу. Там недалеко. Давайте к нему. Устал. Привет, сталкер. Ты как раз вовремя. Ну, сейчас очень рад твоей помощи. Бандитское отродье пытается получить контроль над свалкой. Здесь полчаса назад была драка. Троих уродов мы положили. Остальные братки отступили, но явно вот-вот вернуться с подкреплением. Нас мало, и лишний ствол не помешает. Продолжай. Мы им тут устроим засаду. Они пойдут со стороны агропром с запада. Если поможешь нам уничтожить их подкрепление, то я долго не останусь. Хорошо, я помогу. Есть что интересно сказать. Мутно у нас что-то заваривается. Слухи идут, долговский командир, шишка главный, не просто по каким-то делам зоны свалил, а по свободовцам договориться. Ну и замирились. Вы вот открыто. Тут развели мудатни какой-то. Плохо от этого дела пахнет. Идут! Вот оно как. Они Блять, уже идут! все. До встречи, давай. Короче, уже идут, блядь. Где они? Где они? Где Отлично, они? мужики! Выдвигаемся на позиции! Шакалы. Я готов. Пацаны, я готов стрелять. Так, перевес, но я заберу, потому что я жадный.
все сюда, может, скидывают эту всю чепуху. Всем занять позиции. Подпустим их ближе, чтобы завалить наверняка. Понял. Опа, поехали. Все, как раз выстрелил как раз все патроны с автомата. Ну, два. О, кто-то живой. Где? Кто-то живой. Ты представляешь, падла. Молодцы, мужики, мы их одолели. Ух ты, это что? А ты, сталкер, подойди сюда, поболтаем. Выносилось электрошок. Блин. Бенгальская выносливость плюс 36. Хочу его одеть. Вот так. Электрошок. Покер на тот электрошок. Так. Сначала я всех залутаю, а потом будем с тобой разговаривать. Даже можно выпить. Будет. Что тут у тебя было? Мне интересно. Вот это главарь, наверное, бандитов был. Колбаску собираем. Знаете, как я узнал, что это главарь? Потому что у него колбаска есть. Колбаску только нормальные пацаны носят. Блять, такой перегруз сумасшедший. Кстати, у него был автомат. Патронов на автомат я что-то у него не наблюдаю. А нет, вот, на гадюку что-то я туплю. На гадюку есть 17 патронов. У тебя тут что, на гадюку есть? Есть. Тогда, может, и у тебя еще раз это все пробежим. Мне не тяжело. Пистолет? Нет. Уже два пистолета. Что-то мне так просто бреза там по мне хапило нормально. Это я запомнил, блин. Опытный одиночка. Что ж ты такой опытный маслин слопотал? Значит, это что говорит? Что ты ни хера не опытный. Батончик. И ты не опытный. Аптечку я у тебя возьму. Спасибо, друг, ты нам очень помог. Деньгами возьмешь, благодарность возьми. Спасибо. Так. Расскажи о себе. Меня зовут Бес. Я пришел сюда 3 года назад. Как и многие, здесь беглец. На мне висит 2 убийства тяжкие телесные. Несколько лет назад моего друга сильно избили в чужом районе. И его по кускам в реанимации собирали. Пришлось нанести визит вежливости. Когда меня пришли задержать менты, пришлось пристрелить одного из них и выпрыгнуть с 3-го этажа. С тех пор я обретаюсь здесь. И счет свой и набор статей увеличил прилично. А здесь по мере сил борюсь с беспределом, как и на большой земле. Тренирую и организовываю молодняк, учу их здесь выживать. Еще в долг не пойдешь с такими определениями. Долг борется против зоны, а я борюсь за людей. Кроме того, они слишком сильно связаны с правительством и армией. Не горю желанием в одно прекрасное утро проснуться в КПЗ. Дальше тебе. Что это за место? Свалка. Место, где нам самое место. Видишь кучу всякого хлама? Туда лучше не ходи, там радиоактивные отходы. Счетчик Гейгера как соловей поет. Тут единственный удобный проход вглубь зоны. И последнее время здесь стали активизироваться бандиты. Дальше, куда ходят опытные сталкеры, где территория долго. Они сунутся бояться. А здесь шакалить, обдирая молодняк. Милое дело. Так что если всем наплевать, приходится опять браться за оружие.
Это моя жизненная позиция. Везде, а тем более здесь, необходимо оставаться человеком, а не скотом, у которого только одна цель – жажда наживы. Так, какие-то крупные постройки на свалке есть. По центру стоит большой заброшенный ангар. Там, в принципе, достаточно тихо. В крайнем случае можно и переночевать. Если пойти на запад, в сторону агропрома, там лагерь бандитов. Именно оттуда и шли эти отморозки, которых мы недавно постреляли. Но я чувствую, что это далеко не все. Спасибо, мне ничего тебе не надо. Все, до встречи. Давайте теперь наводить порядок. Это я заберу. Что тут можно вставить? Вот килограмм, оно не сильно много и в принципе и весит, блин, ну как-то я не знаю. Ладно, буду ходить с перегрузом, и только вот пестики эти загружу. Что-то еще схаваю и плюс. Так. Чайник по рации передал отход. Ящик скинул на легке. Так, ящик. Блядь, что здесь такое страшное, какие-то звуки происходят. За то, что ты скинул налегке, да? Такое. Я думал, что ты посерьезнее будет. Можно будет здесь найти. Ух ты! А тут куча всего лежит. Я даже... Столько набрал, что даже от шахтности даже двигаться не могу. 51 килограмм, блядь. Нихуя себе. Хорошо. Тогда на автомат. Дробь. Если всю ее сюда, блядь, перенять, то нельзя. Надо разоружаться. Короче, ой, нет, это я заберу. Оставлю тут дробовик, точнее обрез оставлю. Ставлю тут пистолет с глушителем. Ставлю тут, наверное, немножко аптечек. Бинтов. Надо немного сбросить, для хера у меня их. Все, потом мы сюда вернемся. Наверное. Схрон металлоломик. В куче мусора в траве положил хабар. Туда мы сейчас и отправимся. Можно было не приходить. Можно было и не приходить, в принципе. Хабар как сменяет. Так, вещь убитого. Замочили столько чая на болоте. Там мы его прикопали. А хабарок его под крестом оставили до того. Пойдем под крест заглянем. Так, что там у нас? Граждане какие-то есть, да. С обрезом вон чучело одно стоит. Сейчас мы его грахнем. Сейчас мы его хлопчику-то не примем. Ай, там, блядь. Сука, как он меня через кусты увидел? На. Ух ты, блядь, я что-то считал, что вы... Ух ты, елки-палки. Нормально меня так прирядили. Я что-то считал, что их всего трое было. А их оказалось не трое. Ни хрена. Но ящики какие-то лежат. Можно будет, может, что-то подмутить тут толковое. Еще где-то. С дробовиком. Блять. Не видел его. А! Вот ты, крыса.
Крыса ты одним словом, пацан. Крыса. Заберем опять все. Так. Я, наверное, бинтиком подхаваю и батоном. Вот так, аптечку оставлю на потом. Так, так, так. Что тут у нас? Ящик какой-то разлетелся. О, это патроны на мой автомат как раз. Хорошо. Дробь. На ПМ. Не надо, бинтов возьмем просто. Кровь камни. Здоровье плюс 200, удар. Разрыв, пулестойкость. Блин, заманчиво. Плюс 200% к здоровью. Но удар мне на нож не надо. Взрыв, пулестойкость минус 10%. Ну, это будет 0, грубо говоря, да? Его в любом случае возьмем. Консерву заберем и гранату. И я его сейчас тоже в себя подцеплю. Ну, разрыв плюс 1. Пулестойкость 1% у меня осталось. Так что еще, в принципе, не все так плохо. Скоро, кстати, подхожу к стрелку, но сначала мы пойдем посмотрим вещи убитого. Под крестом. Еще один кровь камня. Гравий, радиация, плюс 5. Ну, заберем. В любом случае заберем. Выпью энергетик. Так, и у нас там осталось узнать у серого стрелки. Погнали. Да, помню. Сохраняться лишний раз, да? Я говорил, лучше. Лучше сохраняться. Всем, кто меня слышит, мы атакованы группой бандитов. Нужна помощь. Братки, выручайте, беспредел творится. Бандиты прилетели. Да есть кто-нибудь рядом. Нам тут чертежи ходят. Да иду, пацаны. Бегу как могу. Ну, уже не бегу, конечно, был. Сейчас на всякий случай еще тушеночки захаваю. Все. Врываюсь. Легко, легко. Не толкайся, блядь. Падла, я тут воюю, как бы. Вот это я ему дал хедшот. Просто хед ему дал. А, ты живой? Был. Бегу, пацаны. Бегу. Кто там? Кому нужна помощь? Тебе, брат, давай помогу. На аптечку. Живи, сражайся за правое дело, за нас. За просто обычных вольных сталкеров. Так, давайте схаваем вот так. Ну, как так сказать, немножко подкрепиться. Чё там, где там еще эти пидоры? Где? Кто покойник? Я? Кто-то мне из вас обеспечит, не подскажете?
Я тоже думаю, что она была. Ну нет. Сзади дошли, что ли? С кем вы стреляетесь, блин? Нахуй я этот автомат подобрал? Это Алимы. Этот Алима, его надо выкинуть. Уолкер. Пистолет нахуй не надо. Скоренько ищем, скоренько, пока не ушел. Ищем, ищем. Я, блядь, автомат лишний подобрал. Кстати, получше будет. Ничего, не уйдешь. Все равно сейчас отыщем. Ой, подожди, его разрядить можно. Я правильно понял? Где же ты засел? О, вот так. Где же ты засел, гадина такая? Мне полутаться ненормально не даешь. Может, где-то тут? Лучше сам выходи. Согласен. Ладно, я буду приманкой. Где ты? Где ты? Ну, где же ты засел? Где? Я иду за тобою. Да что ты никого не мало, пацаны? У вас уже галюны какие-то. Или если только где-то сверху? Ну, снял, да снял, забейте, пацан. Так, кто из вас? Он же с Волота где-то рядом. Серый. Говорит, серый, брат. Сейчас? Да ты чё? Ну а чё нет? Ну чё нет? У вас измена, блядь, вы от неё страдаете. Покажись, и... давай, трус! Делайте теперь из меня дурачка. Так, ладно, это использовать. Прошу прощения, ребят, немножко меня, короче, выбило. Решил использовать бинт, не поднимая его с трупа. И у меня произошел краш, супер краш. Поэтому пришлось загрузиться немножко раньше. Хорошо, кстати, что я сделал автосохранение в клавиши F6 по умолчанию, как мне посоветовали. Так бы пришлось загружаться еще аж где-то там. Поэтому мне пришлось этих бандитов немножко заново перестрелять вне видео. И вот, в принципе, я опять включил запись, поэтому продолжаем. Вот зачем он оскорбляет? Не надо так. Нормально же общались. А то я заполнить что-то не могу. Ох, ебать вас там. А что это у вас так? Лови педрила, мне это не нравится. Ладно, короче, сейчас я с ними разберусь. Надо сначала пойти поговорить с серым. Ну, непосредственно по заданию, а потом уже будем разбираться, кто там педрила, кто не педрила. Ну, нормально так парень мясину поймал. Швегоплык. Так. Я ищу информацию о стрелке. Улиса узнала тебе, вот и пришел. Хорошо, учитывая твои почти безвозмездную помощь, слушай. Меня будет ждать один из ребят, бывший диггер, Кротом Кли. Он раскопал нычку стрелка. Не знаю, нашел он там что-либо или нет. Вот тебе координаты места встречи с ними. Скажи ему, что ты от меня. Так как ты меня теперь стерегут, то я пойду в подполье. Вот, кстати, денежка, благодарность за помощь. Хорошо. Так, у меня тут еще какой-то схрон есть. В ангарах, в ящике. Пошли искать. Так, что здесь? Аптечка. Ну, это аптечка, грубо говоря, то, что я потратил на хлопца. Спас его. Да. Тут, думаю, будет легко. Такое тут неплохое место. Вот такой дверь. Кровь камня. Здоровье. У меня такое же есть, блин. Хотя оно светится, типа, что супер. Оружие убрал. То мне, я вам вообще-то жизнь спас. Если бы не я, вы бы тут все обосрались.
Вот такие вот дела. Согласен. Спасибо за просмотр. С вами был Рось. Это был канал Роли Гейм Онлайн. Всем пока и до скорых встреч. Пока-пока.